Итак, 106-й тозик, все его знают. Он в дереве, просто покрашен. Значит, приехал с дачи, вот, брал его на дачу. 2 дня у меня пролежал в закрытой машине в гараже, в сырости. Вот, и смотрите, что у нас теперь происходит. То есть происходит выстрел, а его не должно быть при сложном прикладе. Приклад раскладываем. Выстрел. Складываем приклад. Так, смотрим еще раз. Опять происходит выстрел. Ну, причину я уже знаю. Вот, причину знаю, просто хочу вам рассказать и впредь, чтобы как бы, ну, имели в виду. Значит, все косяки из-за обработки древесины. То есть, в некоторых местах она болтается, в некоторых местах она так подогнана, что небольшое расширение от влажности, а в машине было несколько дней влажно, то есть 3 дня, вот, древесина расширилась, и та планочка, которая должна двигаться и блокировать выстрел при сложном прикладе, так, еще где-то, вот он, еще винт, она просто деревяшкой прижалась. Вот и все. Вот она щелкнула. Даже сейчас слышал. Значит, до этого я не раз подтачивал уже. Не работал предохранитель. Тоже разбухает дерево. Ну, здесь даже не разбухал. Здесь просто я краску когда положил. Вот. Трудно стал работать предохранитель. И я там немножко подчищал. Вот. А сейчас вся проблема вот здесь сбоку. То есть дерево расширилось. Сейчас если просушить на батарее, все начнет работать в штатном режиме. Но это лучше устранить сразу, потому что влажность часто бывает повышенная. Мало ли там или воду упал, или вообще так где-то полежал во влажном помещении. Или зимой эксплуатируется. Вот, надо это сразу устранить, чтобы не было проблем. Вот, смотрите. Видно, наверное, да? Так, как бы к свету. Вот эта тяга. Вот она. Она прижимается к древесине очень сильно. То есть, вот она даже не двигается. Дерево расширилось. Потому что с одной стороны у нее паз здесь в металле. Вот. А с другой стороны она прижимается деревом. Вот здесь. И древесина просто-напросто ее расперла. Вот я подтачивал предохранитель. Ее просто расперла. Вот сейчас, собственно говоря, дремелем. Здесь вот есть небольшая, как бы, ну, уже с заводом сделана выемка. Да, по-моему, вот здесь вот она. Вот. И, собственно говоря, я ее сейчас немножко сделаю побольше. Потому что, ну, с запасом. То есть, я говорю, что дерево даже может еще раз бухнуть, если там где-то полежать в воде чуть-чуть. Вот, поэтому сейчас мы это будем устранять. Вот, хочу предупредить, да, владельцев тозов. То есть, вот такие вот чудеса бывают. Потому что я говорю, что деревяшка сделана так, что где-то свободно, где-то впритык. Поэтому все надо подгонять. И вот у меня, видите, со временем такой вот дефект как бы вылез. Все, спасибо.